курс на черную планету. Директор Шикайзер, рекомендую дождаться подкрепления. Сначала нужно убедиться, что он тут. Мы нашли его. Макс, отправь сообщение с нашими координатами. Сообщение отправлено. Кто это тут у нас? За космической чертой рубится кислый рой. Никто не знает, что их ждет, но в стенке двигатель ревет. Динозавры всегда нападают первыми. А гарпии всегда бьют в спину. Так рано уходишь? Кажется, ты уже не так рада нашей встрече. Координаты твоей планеты уже у моих друзей. Скоро они будут здесь. Ты уверена, что твой сигнал достигнет цели? Кому-то из них Шикайзер отправила сообщение. На кому? Ух ты, как настоящая! Отойди, блохастый! Моя очередь печатать! Барбарулька! Резиновая! Точно не этим растяпом. Привет, Зиги! Что нового? Привет, Карина! Смотри, как я усилил броню на руках! Круто! А твой браслет? Сообщений нет. Что? Я говорю, защитного слоя нет. Надо придумать, как добавить его в твою броню. Хорошая идея! Ты что-то хотела? Да. У меня к тебе особая просьба. Только ты сможешь помочь. Я? Я объясню. Понимаешь, с тех пор, как Гарпи уничтожила мою планету, я ни разу не летала. И мне страшно попробовать. И ты хочешь? Я хочу попросить тебя меня потренировать. Конечно! Уж я-то знаю, что такое страх перед полетами. Не смотри вниз, смотри вперед. Глубоко дыши и лети. Торопиться не нужно. Давай сначала немного посидим. Как ты справилась со своим страхом? Зря стараешься.
сделай правильный выбор и переходи на мою сторону. На твою сторону? Ты что, меня не помнишь? Это была последняя битва между гарпиями и динозаврами. Мой отец, адмирал Рекс, готовил отряд к нападению. Я тоже хотела принять участие в сражении и тайно проникла на корабль отца. Если бы я только знала, что нас ждет. Динозавры дрались отважно, но гарпий было гораздо больше. Я знала, что единственный способ победить — это забрать ваш источник энергии. Ядро черной планеты. Ядра окаменели и оказались повержены. А динозавры выиграли. Так это была ты? Меня зовут Шикайзер. Запомни это имя. Давай, Карина! Ой! Я совсем разучилась летать. Нужна какая-то страховка. А твой браслет может помочь? Точно! В нем же есть навигация. Попробуй. Да! У тебя получается! Я лечу! Лечу! Когда они вообще успели стать лучшими подружками? А я всегда знал, что так будет. Смотри, как тут можно пролететь! Руби! Молодец, Карина! Ну, теперь у них все в порядке. Пошли поедим. Ох, наверное, будет шишка. Если бы не ты, я бы вообще разбилась. Спасибо. На пустяки, так бы поступил каждый. Нет, не каждый. И знаешь, таким друзьям, как ты, всегда есть место в команде Крутиксов. Ты что, зовешь меня в команду? Руби, я... Не волнуйся, я поговорю с директором Шикайзер, когда она вернется в академию. Спасибо тебе. Да не за что. Увидимся. Признайся, страшно превратиться в камень. Я не боюсь, потому что знаю, моя жертва не напрасна. Скоро здесь будут сотни кораблей динозавров. Они остановят тебя раз и навсегда.
жаль тебя разочаровывать, Шикайзер. Но твои друзья не прилетят. Мой агент перехватил и уничтожил твое сообщение. Ты проиграла. Почти прилетели, Гор. Скоро на Гор-Гор покатаемся, Гор. Мороженое, Кло, поедим, Кло. Сладкую вату, Гор. Это будет наш лучший отпуск, Кло. Что происходит, Гор? Ты? Мы космический пират, Гор. Ваш корабль захвачен. За космической чертой рубится кислород. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Ограби, Гор! Все, забирай, Кло! Мохнатые черепахи! Это уже пятый случай! Если так дальше пойдет, никто не будет летать в Янголэнд! Нужно разобраться с этими пиратами. Оставьте это нам! Мы их уже два раза побеждали! Так они нападают на туристов на подлете к Баблу. Значит, там мы их и поймаем. Устроим им ловушку. Крутиксы, вперед! Тридцать пятый круг, а они так и не клюнули. Вся из-за тебя. Тебя слишком скучно грабить. Крутяк, сработало! Попался, тянучка! Думаешь, это ты меня поймал, Гор? Это я тебя поймал, Гор! Тебе нас не победить! Значит, это не наша ловушка? Ты и твои друзья, Гор, опозорили меня на всю галактику! Дважды! Особенно ты, Гор! Что ты собираешься делать? Готовься! Я одолею тебя в честном бою! И прославлюсь, как величайший Гор, пират галактики! Ограбьте Янголэнд! А я разберусь с этим хомяком, Гор! Мы справимся! Помоги Зиги! Надеюсь, нас услышит береговая охрана. Но на Бабле нет берегов. А значит, нет береговой охраны. Зато есть... Акула! Это же наша акула! Заныривайте!
готов сразиться, Гор. Шустричек! Друг! Сразиться, говоришь? Ожидал, Гор. Это ограбление. Давайте сюда ваши денежки. Давайте, давайте, не мелочитесь. Капитан будет мной гордиться. Граждане пираты, прекратить грабеж. А ну, не троньте мой корабль! Пузыремет! Видишь, я вернул свою силу, Гор. Откуда у тебя такой крутой костюм? Я знаю одного изобретателя получше тебя, Гор. Орешки! Я стал сильнее, чем раньше, Гор. Термопушка! Ну что? Кто здесь самый крутой, Гор? Тянучка! Зачем тебе все это надо? Раньше меня все любили, уважали, ценили. А потом вы меня победили. И когда я потерял суперсилу, то стал обычным, Гор-Гор. Вы меня не поддержали. Я остался один, Гор. Без славы и почестей. То есть ты просто хочешь снова стать крутым? А ты мне все время мешал, Гор. Но твое время прошло. Я победил самого крутого супер-Гор. Самого крутого? Но ведь не я самый крутой супергерой. А кто, Гор? Вы меня надолго запомните? И не надейся! У него память короткая. Граждане пираты, выходить по одному! Где же Зиги? Не ждали, Гор? Дамы и господа! Встречайте! Величайший пират галактики Тянучка! Ну, и где тут самый крутой супер-Гор? Вот он! Непобедимый Янго, который сейчас представит вам новое шоу! Сразимся и посмотрим, кто круче, Гор. Конечно! Ведь это наш новый аттракцион. Подводные пираты. И вот его главная звезда. Покажи им, что умеешь! Правда круто? Ограбление? Просто часть шоу. Все украденное мы вернем. Не так ли? Конечно, Гор. А можно с тобой, Кло, сфотографироваться? А мне автограф, Гор.
Оказывается, веселить круче, чем грабить. Ко мне, мои верные пираты гор. Разделим славу. Здорово придумал, Зигги. Значит, теперь пираты будут работать в парке и развлекать гостей? Да, лучший способ победить врага – стать его другом. Ну уж нет, я пират, а не какой-то там клоун. Я вам еще покажу. Янго зашел в пещеру. По слухам, в ней обитал ужасный, зубастый... крокоглав! А давайте лучше в мяч сыграем. А, детектив блохастый! Крокодила испугался? Еще чего! Просто надоело сидеть на диване. Кому страшно, тот может выйти из комнаты. Читаю дальше. И тут наш герой увидел таинственный силуэт в конце тоннеля. Крутиксы, у нас вызов на планету Бабл. А где Сол? Кому страшно, тот может на миссию не лететь. Хочешь поспорить, кто из нас храбрее? Вызов принят. За космической чертой Руби, Зигги, Самурай. Никто не знает, что их ждет, но в сенке двигатель ревет. Руби, Зигги, Самурай. Руби, Зигги, Самурай. Крутиксы вперед. Так, давай, давай, поднимай. Крутиксы, ну наконец-то вы здесь. Я готов к любым опасностям. В этот раз никаких опасностей. Мне нужна помощь вашего суперробота. А ваша помощь нужна парку. Мы готовимся к открытию нового аттракциона. Но с украшением площадки дела идут не очень. Ракеты ерунды нас вызвали! Сол, задание великого Янга не может быть ерундой! Янга, только будьте осторожны с нашим роботом! Он очень нежный! Руби, я обещаю вернуть его в целости и сохранности! Вот эту дверь открывать нельзя. Это опасно. Ну что, Крутиксы, вперед? Кто храбрее? Я-то готов, а ты? Но Янга сказал... Вот ты и проиграл! Ай, блохастый! Суперсила есть, ума не надо! Хм.
Ой. Ну и что мы тут будем делать? Здесь же ничего нет. Как же узнать, кто храбрее? Что, опять тень испугался? Слышишь? Добро пожаловать в галерею самых ужасных злодеев Янгленда. То, что надо. Кто раньше отсюда сбежит, тот и проиграл. Ваши билеты, пожалуйста. Друзьям Янга бесплатно. Ваши билеты. Гавкалка, спор сам себя не порешает. Предъявите билеты. Простите, пожалуйста, мы ненадолго, правда. Ядовитая паукусия. Червяк Проглотус. И твой любимый крокоглав. И ни капельки не страшный. Слюнявый, ты тоже потрогай. Не хочу. Боишься? Ой, простите, но вам даже идет. Нарушители, враги Янга. Нарушитель. Сол, какая-то она странная. Может, пойдем отсюда? Ага, сейчас, только после тебя. Но она мне правда не нравится. Тетенька робот, выпустите меня, я больше не буду. Правда. Враги Янга должны быть за стеклом. Стол, позови Руби и Зиги на помощь. Ну уж нет. Первым я отсюда не выйду. Я сам тебя спасу. Крутяк! Янга точно понравится. Интересно, как дела у Сола и Роя? Может, они там? Сол! Рой! Срочно найди Янга! Да? Я первым отсюда не выйду! Сол, скорее! Ой! Нарушитель! Враги Янга должны быть за стеклом. Нет! Не трогай меня, не хочу! Мне страшно! Враг Янга! Враг Янга! Я же просил вас сюда не лезть! Янго! Янго! Пожалуйста, простите, что нарушили ваш запрет! Мы просто хотели выяснить, кто храбрее! Но так и не узнали!
Даже самые храбрые герои чего-нибудь боятся. Страх — вещь полезная, оберегает от глупостей. Хорошо, что никто не пострадал. Это что, сахарная вата? Этот аттракцион не готов. А робот сломан и не подчиняется командам. Но если робот сломан, как аттракцион будет работать? Для этого мы с вашим другом собрали нового. Малыш! Билетик! А где Сиги? Апельсиновые! Что? Как? Так вот, кто украл бриллиантовую кость. О, привет, Сол. Ты как? Да нормально у меня все. Читай давай. Ну где же... Прости, Сол, ты что-то ищешь? Не отвлекайся. Прыгай. Сол, тебе чем-то помочь? Сам справлюсь. Давай, хватай ракушки. Вы все и так слишком заняты. Просто я кое-что... Ура! Например! А, неважно. Крутиксы, пройдите в кабинет директоров. Срочно нужна ваша помощь в расследовании. В расследовании? Это я могу. Этот негодяй обокрал уже половину кадетов. И Топса. Тогда я и Рой первым делом осмотрим спортзал. Ишь, в смысле, робот, ты тоже с нами. А мы с Кариной опросим всех, у кого что-то пропало. За дело! Ой. Кадеты такое сделать не могли. Это явно кто-то посторонний. А где Сол? Нам бы пригодилось его. Сол! Где ты был? В столовой кое-что искал. А что? Нам поручили найти вора. Ты не мог бы обижать все? Вдруг заметишь кого-то постороннего. Постороннего в академии? Ну, так и быть. Запаха нет. Любопытно. Сейчас мы проверим, есть ли свежие следы. Шустрик, ультрафиолет. Это следы Топса. А это чьи? Не может быть! Интересно, если дверь была заперта, как вор попал сюда? А! Карина, поможешь? Это очень похоже на... Ой! Мы нашли! Это... Сол! Его шерсть была в комнате с Ники. И его следы в спортзале. Подождите, запаха же не было. А Сол обычно пахнет рыбкой или другой едой. Но если это не Сол, тогда кто?
Карина? О чем ты думаешь? Я думаю, на Соло не очень похоже, но в последнее время он и правда вел себя странно. Подождите! Этому должно быть какое-то разумное объяснение. Никаких злодеев не заметил? Ну, с Ники не считается. Что-то не так? Сол, ты случайно не знаешь? Мы нашли твою шерсть на месте преступления! Вентиляции! Как так вышло, а? Что? Вы меня подозреваете? Сол, мы во всем разберемся. И со мной разберетесь? Тоже мне друзья. Сол, давай просто поговорим. Да не о чем тут говорить. Я все понял. Вы мне не доверяете. Сол, стой! Если вор тот, о ком я думаю, он может меня разоблачить. Надо найти его первой. Ну, класс. Если что, лучше вините Соло. Что за день вообще? Сперва пропал браслет Яны, теперь это. Стоп, а если его украл тот же вор? Надо сказать Крутиксам. Хотя нет, я сам найду злодея и докажу, что невиновен. А вот и логово вора. Нашелся! Ну, здравствуй, Сол. Ты? Я? Сол, я тебя помню. Ты моя копия, которую создала Гарпия. Ты злодей! Я не хотел вам навредить. Она меня заставила. Когда вы победили, я стал ей не нужен. К счастью, мне удалось сбежать. Пока я бороздил просторы вселенной, я понял. Я просто хочу домой. К Яне. Яне? Откуда ты про нее знаешь? Я же твой клон. У нас общие воспоминания. Так что я знаю Яну. И тоже по ней скучаю. Пойми, Сол. У тебя есть друзья и суперсила. А я всего лишь бракованная копия. Я не хочу быть злодеем. Я просто хочу домой. Я украл все это, чтобы построить машину-телепорт. Она перенесет меня назад к Яне. Но для этого мне нужна твоя скорость. Ничего не понимаю. Следы ведут в разные коридоры. Соло что? Два? Два Соло. А вдруг это тот двойник, созданный Гарпией? Проведем анализ найденной шерсти. Я чувствую, наш Сол где-то там. Тогда разделимся. Мы с Зиги проверим шерсть. Рой идет по следу, а Карина... А где Карина? Пойми, твоя скорость может прорвать пространство и открыть портал на Землю. Ты поможешь мне? Помогу. Тебе Яна нужнее. А у меня и правда есть друзья. Не идеальные, но какие есть. Вот кто злодей! Мы так и думали! Ну, в смысле, мы сначала думали на тебя, но потом на него! Думали они! Нет тут никаких злодеев! Двойнику нужна наша помощь! А ты дверь подержи! Работает! Давай еще! Еще быстрее! Нет, только не ты! Тебе конец, Антисол! Карина, что ты делаешь? Возвращайся домой! Верни Яне браслет! Что у вас тут за шум?
Нет. Моя дорожка! Да что ты? Мы нашли вора! Это оказался двойник Соло с Плюма! Да, анализ шерсти это подтвердил! Новые горе-детективы! Сол, прости. Мы не должны были тебя ни в чем обвинять. Я тоже был неправ. Надо было сразу рассказать вам, что у меня украли браслет Яны. Ты всегда можешь с нами поделиться своими переживаниями. Мы же друзья! Мне очень жаль, капитан Топс. Я могу вам сделать новую. Хотите? Надеюсь, у него все получилось. Как раз вовремя. Спасибо, что зарядил мою машину времени. Сол. Ты правда думал, что мне нужна твоя глупая Яна? Все, что мне нужно, это сила. Теперь вы узнаете, что такое настоящий злодей. Ну что, Карина, чем порадуешь? Пока нечем, Ваше Величество. Эти крутиксы мешают достать ядро вашей планеты. А их я даже в бронекостюме победить не смогла. Вы же знаете? Так сделай новый костюм. Из самого прочного металла во Вселенной. Мегаброниума. Из него были созданы доспехи моего врага, адмирала Рекса. Я думала, что это просто легенда. Доспехи существуют. Я лично их видел во время нашей последней битвы. Найди их. Координаты я тебе сообщу. Это все, конечно, хорошо, но как мне до них добраться? За космической чертой рубится кислород. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Что делаешь? Очередной учебный проект. Очиститель воздуха. А лучше бы свою броню чинил. У тебя есть броня? Ну да, была. Только сломалась во время схватки с гарпией. Но зато у меня скоро будет новая. Ого, крутая. Над прочностью надо еще поработать. Мне бы металл покрепче. А знаешь, я как-то проиграла свалку космических кораблей. И кажется, видела там корабль адмирала Рекса. Самого Рекса? Ага. Это же значит, что там могут быть его доспехи. Легендарные доспехи из мегаброниума! Самого прочного металла во Вселенной! Так чего мы ждем? Летим! Зи, мы принесли детали, которые... ты просил. Крутяк! Теперь для очистителя воздуха есть все, что нужно. Вот инструкция, вы справитесь. А вы куда? Да мы быстренько смотаемся на одну космическую свалку. Да не волнуйся! Семка мигом домчит нас туда и обратно. Что? Семка? Моя Семка? Неужели я увижу корабль самого адмирала Рекса? Нам про него рассказывала директор Шикайзер.
Даже не верится, что здесь когда-то кипела жизнь. А теперь ни души. Пираты. Кадеты. Бросить их в трём. Эй, а как же инструкция? Я и без нее все помню. Та-дам! Ой. А покажи еще раз инструкцию. Тут и сидикло. Вот если бы у меня были доспехи, как у Рекса, я бы этим пиратом... Нас решили скормить монстру! Внучка? Ты как здесь оказался? Кто? Когда Горпия забрала мои суперсилы, я больше не хотел быть обычным Гордом. Эта команда обещала мне космические приключения. Но это Аказагар – пираты. И теперь швабры, тряпка и пол – все мои приключения. Пират Гор! Слышал, вы ищете доспехи адмирала? Зря, Гор. Пираты тут все перевернули. Их нет. Серьезно? Они думали, что самые прочные в мире доспехи будут лежать у всех на виду? Да, вот директор Шикайзер хранит свои доспехи в тайном шкафу. Наверняка на таком огромном корабле тоже есть тайники. Я могу вас освободить, Гор. Только спасите меня от этих... Пират Гор! Сюда, Гор! Так вот где каюта, адмирал Гор. Доспехи Рекса! Не так быстро, Гор. Взять их! Тянучка! Мы же обещали тебя спасти! Кого? Капитана от своей же команды, Гор? Спасибо, Гор, за доспехи! С ними я стану самым сильным злодей Гор во вселенной! Размечтался! Крутиксы тебя остановят! Если узнают! Нагрузка на двигатель Максимаго! Есть! Корабль само уничтожится через одну минуту. Вот ведь подлый гордёныш! И вам, Гор, всего наихудшего. Кажется, все. Ты уверен? Мы тут головы ломаем, а Зиги там развлекается. Эх, в ловушку попали, доспехи упустили. Надо было взять свою броню, недоделанную, правда. Доделаешь, когда вернемся. Но как ты? Да, у этих пиратов наручники некачественные. А, пиратские. Тот же символ. Это то, что я думаю? Да, это то, что я... Что мы с
искали. Корабль самоуничтожится через 40 секунд. Мы не успеем улететь. Успеем? Только надо придумать, как погасить взрыв двигателя. Это же самый крепкий металл во Вселенной. Кажется, у меня есть идея. Красиво. Не настоящие. Лети назад, Гор. Молодец, Зиги. Жаль только, что пришлось пожертвовать доспехами. Да. Ничего, мы придумаем, как сделать твою броню крепче. Я помогу. Да ладно, ты и так помогла. Без тебя я бы не справился. Здорово, что у меня появился такой друг. Я же должен помочь друзьям! Ну вот, успели. Что? С моей съемкой? С ней все в порядке. Простите, я не должен был вас бросать. Сейчас я все исправлю. Так, Собакен, хватай аппарат. Зачет вот-вот начнется. Так вы нашли на этой свалке то, ради чего летали? Да, нашли, но тут же потеряли. Сейчас я тебе все расскажу. Как только мы сели, на нас тут же напали пираты. Уважаемый старейшина Допотопс, след короля Гарпий обрывается здесь, но тут только черная дыра. В этом секторе нет никаких черных дыр. Может, стоит ее исследовать? Нет времени. Галактика в опасности, пока он на свободе. Найдите короля, срочно! Макс, давай все-таки ее исследуем. Но старейшина сказал... Выполняй. Потеря управления. Потеря управления. Передай старейшинам сигнал СОС. За космической чертой Рубисики самурай. Никто не знает, что их ждет, но всемки двигатель ревет. Рубисики самурай. Рубисики самурай. Крутится вперед. Эй, смотрите! Это я его научил. Шустричек, ты просто супер! Крутяк! Это еще что? Шустрик, а вон ту попробуй. Ломают и ломают. Есть куда расти.
сигнал о помощи от директора Шикайзер? Крутиксы, вперед! Макс, что известно об этой планете? Информация отсутствует. Кажется, это устройство выкачивает энергию из черной дыры. Вот почему она не работает. Что это такое? Предположительно, местные жители. Предположительно, они могут менять форму. Жители планеты. С вами говорит капитан космического флота. Приказываю убрать прибор. Повторяю. Уберите эту штуку! Она мешает моей межгалактической миссии. Если вы не подчинитесь, я уберу сама. Прекратите, или я применю силу! Директор Шикайзер! Крутиксы на помощь прибыли! Крутиксы? А вы тут что делаете? Впрочем, вы вовремя! Нужно отключить тот прибор. Тяжелый. Эту штуку надо расколоть. Зеркало? Директор, ловите луч! Отличная работа, Крутиксы. Вы спасли мою миссию. Что это с ними? Может, дело в этой сгоревшей картошке? Это ядро планеты. Кажется, он хочет нам что-то сказать. Смотрите! На планете Кристалла все было хорошо, пока не появился... Король Гарпий. Ого! Он выкачал из ядра энергию, чтобы открыть черную дыру. Вот для чего им был нужен тот прибор, чтобы вернуть ядру энергию. Значит, я была права. Король Гарпий за этой черной дырой. Да! Нужно скорее туда полететь! Нет! Нужно скорее вернуть планете энергию! Без нее кристаллики не выживут. А если не поймать короля Гарпий, никто не выживет. Я решила. Энергию планете надо вернуть. А мне придется найти другой путь. Или не придется. Ты справишься! Давай, Шустрик! Мы на тебя рассчитываем! Да! От тебя всего лишь зависит судьба всей планеты. О,
Это ты его напугал! Эй! А что я такого сказал? Если бы от меня зависела судьба планеты, я бы тоже испугался. Вот ты где. Я тебя понимаю. Тяжело нести в одиночку такую ответственность. Хочется от нее спрятаться. Но, знаешь, мой отец, адмирал Рекс, всегда говорил, даже самое сложное дело проще делать вместе с друзьями. Однажды ты уже сделал большое дело. Победил Гарпию. Уверена, ты и сейчас справишься. Твои друзья в тебя верят. Честно говоря, мне тоже легче, когда Крутикс рядом. Они моя команда. Она считает нас своей командой. Адмирал Рекс! Ее отец? Шустрик, я в тебя верю. Ты лучший, и мы тебя любим. Какая красота! Жители кристаллической планеты. Я допустила ошибку и хочу извиниться. Надеюсь, мы расстанемся друзьями. Директор Шикайзер! У вас все получится! Вы найдете короля Гарпий! И всех спасете! Мы в вас верим! Спасибо, моя команда! Эй!